Мы приветствуем всех любителей хоккея из города Нэшвилл, штат Теннесси, и предлагаем вашему вниманию третью встречу финального раунда в борьбе за Кубок Стэнли клубов Питтсбург Пингвинс – Нэшвилл Предаторс. Растер Нэшвилл Предаторс остается сегодня без изменений, в то время как у Питтсбурга, получивший травму во втором матче, Ник Бонино отправляется в лазарет. Его место в составе занимает Карл Хаглин. Электрическая атмосфера Бриджстоун-арены располагает хозяев на подвиги. Они бегут перебрасывать соперника 12-6. Однако удача первой поворачивается лицом к гостям. На третьей минуте стартового отрезка. Ян Кол выстреливает от синей линии. Ринни справляется. Но Джейк Гунцель на добивании в домик выводит свою команду вперед. 1-0. Во втором хищники вновь перебрасывают соперника 14-7, вынуждают пингвинов на ошибки и трижды зажигают красный фонарь за воротами Мэтта Мюррей. Сначала на шестой минуте периода хозяева реализовывают преимущество лишнего. Закрепившись в зоне соперника, Предаторс грамотно перемещает снаряд по периметру. Роман Йости мощно выстреливает в касание. 1-1. Далее на седьмой Нэшвилл забивает в равных составах. Первый пас Романа Йости из зоны обороны. Остин Уотсон надежно контролирует в нейтральной, а Фредерик Гудро на скорости входит в зону атаки. И хлестка из-под защитника удивляет Мюррей. 2-1. А затем на последней минуте периода хищники обозначивают повышенную активность в зоне Питтсбурга. Виктор Арвидсон набрасывает из-за ворот. Джеймс Нил завершает в касание. 3-1. Третьим проблемы Питтсбурга продолжаются, а Нэшвилл на кураже забивает еще две шайбы. Сначала на пятой минуте отрезка Крис Кунец грубо ошибается в нейтральной зоне, а Крэг Смит, подхватив снаряд, молниеносно выкатывается и хлестким кистевым на скорости пробивает Мюррей над ловушкой. 4-1. А затем на 15-й хозяева реализовывает большинство. Кил Янкрук приводит снаряд в зону атаки, а Матиас Экхолл мощно заряжает с ползоны. 5-1. И этого становится достаточно. Нэшвилл Предаторс уверенно доводит дело до победного конца и сокращает отрыв в раунде. 2-1. Кирилл Киселев, Нэшвилл, NHL.com.